На 84-м году ушла из жизни советская легкоатлетка Тамара Пресс. Она много раз становилась чемпионкой и призеркой в толкании ядра и метании диска. Пресс, трехкратная олимпийская чемпионка, завоевала золото на играх в Риме 1960 года и выиграла две золотые медали на Олимпиаде в Токио в 1964 году. Тамара Пресс неоднократно занимала первое место на чемпионате Европы. На турнире в Стокгольме в 1958 советская легкоатлетка выиграла две золотые медали, показав лучший результат в метании диска и толкании ядра. То же достижение она повторила на соревнованиях в Белграде в 1962 году. В 2004 году умерла родная сестра спортсменки, двукратная олимпийская чемпионка Ирина Пресс. Она выступала в пятиборье и в беге на 80 метров с барьерами.